Сегодня будем делать вот такую штуку. Покос поля. Сфера прошла, поле скосилось, травка выросла. Значит, вкратце объясняю. Значит, у нас есть сфера, которая по сути коллайдер, но мы делаем без коллизии. И наше поле на Ниагаре. И блюпринт, который передает координаты сферы в Ниагару. Значит, сначала смотрим блюпринт. В блюпринте у нас здесь только что есть эктор, который ссылается на эктор. Instant Editable, ну здесь вообще ничего. И Ниагара, Ниагара эктор. Все, больше здесь ничего нет. Что делаем? Event tick, эктор, get эктор location и set Ниагара variable. Вот это наши Ниагары. И variable name mypos. То бишь мы, получается, берем эктор, узнаем его локацию и загоняем ее в Ниагару, переменную MyPos. Теперь смотрим сам эмиттер. Вот наша переменная типа position MyPos. Так, что у нас здесь есть? Значение имеет once, spawn particles and grid, как вам нравится. Initialize particle, что хотите. Grid location, тоже как что хотите. Regional mask. Размер маски равен сфере для удобства. Вот здесь самое такое интересное, это transform vector. Потому что они что-то намутили в 5.1, и если мы закинем просто position сюда, то он работать не будет. Поэтому делаем функцию transform vector и convert position to vector. Что же покажу. Transform vector и загоняем сюда position. Position у нас world, destination у нас local, потому что мы в local катаемся. А, ну и сам эмиттер у нас, кстати, тоже около. Так. А, где я в маске? И здесь transform vector as position. Вот без этой галочки тоже работать не будет. Что у нас здесь дальше? Do once. А, что происходит? Когда вот эта вот маска куда-то заходит, ну точнее, когда вот этот particle внутри маски, то срабатывает boolean do once. Reset do once — это тоже boolean, чтобы отрезать do once. Можно было повторно использовать. Здесь убрал kill particles, timeline, triggered run, triggered once сработало, и мы выгоняем какой-то вектор. Векторы у нас вот это вот z — это scale по высоте, ну то есть она резко убавилась и выросла, даже без баланса сделал. x и y у нас просто прямые с одним значением. Все, здесь все просто. И scale mesh size, scale factor. Particles выбираем timeline вектор, то есть мы вот этот timeline, который порождает вектор, вот этот наш вектор, загоняем в scale mesh size и выбираем здесь его, этот timeline. Ну вот и весь модуль, ну и собственно здесь обычный какой-то mesh. И еще раз показываю, что у нас получилось, что все работает. Не очень красиво, но это я делал, чтобы показать, что такая штука есть.